вежливо общаться, доносить информацию до каждого. Грядущие выборы президента будут проходить при помощи обходчиков. Это члены избирательных комиссий, которые на данный момент проходят курсы и вскоре отправятся информировать граждан о нюансах проведения выборов. На данный момент обходчики проходят обучение, где психологи и политологи объясняют, как эффективно работать с населением. Это новый проект, который введен впервые. Называется «Информ-УИК», и цель этого проекта – наши члены комиссии будут приходить в каждый дом, в каждую квартиру, информировать избирателей о том, когда будут выборы, о кандидатах зарегистрированных, как можно проголосовать. Недели ранее были онлайн-занятия, и теперь в программу ввели очные. Они проходят в администрации Засвияжского района. Скоро присоединятся и другие избирательные комиссии. В ряды обходчиков вступила и директор школы номер 25 Наталья Жидова. Мы готовы помочь каждому жителю нашего города рассказать о выборах и донести достоверную информацию. Не все читают телевизор, не все смотрят телевизор, не все читают интернет, поэтому не все знают полную и достоверную информацию. Вопросы избирателю будут задавать строго по анкете, которая размещена в специальном мобильном приложении. Поэтому члены комиссии придут с планшетами или смартфонами. Сама анкета очень простая, доступная. Ответы на вопросы много времени не займут. Буквально 5-7 минут. Все записывается только со слов избирателя. Паспортные данные не потребуются. В обходах будет задействовано около 3000 человек, членов избирательных комиссий со всего региона. Каждому из них предстоит обойти примерно по 200 адресов. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.